Дорогие друзья, всем-всем-всем-всем привет, с вами Феникс. Мы продолжаем проходить с вами Лару Крофт, расхитительницу гробниц. А в предыдущей серии мы помним, что наша подруга, вроде бы она превратилась в эту богиню, а вроде бы не превратилась. В общем, они провели этот обряд сжигания, или как они правильно его назвали, даже не помню. Вроде бы что-то произошло, что-то зажглось, но потом пошел ветер, огонь сдулся. И сейчас вот мы добрались до этого места в той серии, и вот посидели у огня, порассуждали, что за нами вроде бы еще и летит вертолет, но нам нельзя отступать. Собьют нас на этом вертолете. Так что мы продолжаем идти дальше. Так, а чё это я на другие пушки-то не могу переключаться? Это что-то, наверное, местной тюрьмы тут, да? Чё-то я не могу на другие пушки... я всё своё снаряжение скинул, вот потрясающе. Они уже поехавшие, видите? Жрут сами себя. О, я патроны увидел. Или нет, это не патроны. Блеск. Потрясающе просто. Патрон вообще не такой. Да не. Надо как-то их... Либо за теми патронами...
оставим его там лежать. Возможно, те придут и сожрут его. Зачем им эти рабы или кто они? Где этот, который тут был? Блин, у меня пистолета нету. Даже. Эй, смотри, расслабься, все равно проиграл. Обезвредили. Алиша, милая, не хотела я этого писать, но может так получиться, что другой возможности поговорить с тобой у меня не будет. Твоя мама, как всегда, вляпалась в неприятности. Мне придется уехать далеко и надолго. Я хочу, чтобы ты знала, все, что я делала в этой жизни, я делала ради тебя. Может, где-то я и напортачила, но не со зла. Мне больно думать, что если у тебя что-то случится, меня не будет рядом, и я не смогу тебе помочь. Если я не вернусь, разыщи Конрада Рота. Ты с ним никогда не встречалась, но он лучший из всех, кого я знала. Он твой отец. У тебя его улыбка. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни. Я очень тебя люблю. Пока непонятно, кто написал это. Так, генератор не работает. Тогда нам, наверное, наверх. Нет. А на тот верх. Высоко. Дробовика нету, чтобы это прострелить. А куда? Сюда. Так, зажигательный патрон. Вуаля, теперь мы туда допрыгнем. Где дневник? А нет, тайник. Проход. Ладно, облутаем тогда тех, кого взорвали. Ух. Что там? А, понятно. Ладно, нам туда вперед нужно. Вперед, Лара. Ага, как мы тут пройдем? Так. Ну вот так мы пройдем.
Все очень просто и легко. Да. О, да. Пообещает она вам. Это? Странно. На острове же девушек нет. Ого. Кажется, я что-то начал понимать. Вот так вот. Я как-то переборщил, по-моему. По-моему, мы переборщили. Опять по катушке. Ой, 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 бежать, 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 а то задохнемся. Уф, выжили. Они что, внизу взрывов не слышали, что ли? Это уже перебор. Перестраховываются с тех пор, как сбежал старика. Головы не поднять! Хедшот. Мне помогли. Грим? Да. Его больше нет. Дерьмо. А я думал, ему все нипочем. Он сражался до конца. Благодаря ему я здесь. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Но отсюда мало что можно сделать. Сейчас я вас освобожу. Ну что, давайте попробуем еще раз. Ну-ка, ребят. Так, а что делать-то нужно? Лара, здесь происходит что-то странное. Мы слышали разговор. Императрица Сон, владычица Яматара. Считаешь,
говоришь, это Яматай? Да, похоже, это правда. Ну, хоть что-то. Все же нашли это место. Беда? Недооценка года. Сэмми как-то связан с этим. Местный вождь считает ее ключом. Прекрасно. Тут есть свой чарный. Его зовут Майкл. Держитесь за что-нибудь! Так, а что с этим противовесом делать? Я еще не додумался. Вижу этот газ. Мимо. Нет, а если туда? Тоже нет, а если попрыгать на этой штуке? Нет. А если стрелять в это, тоже нет. Так, что-то я вижу с той стороны. Туда прыгнуть можно. Я туда не допрыгну. Черт, что же делать, что же делать? Черт, здесь. Нет. Противовес. Нет. Ух ты, нет. Неправильный был ход. Неправильный, неправильный. Что же делать? Черт. Потоки газов, надо посмотреть, откуда они выходят. Вот что надо было делать. Ничего не годится. Смотрите под ноги, эта штука разваливается. Вот дерьмо. Так. Хуёпт. Не хватает прям.
взрывной волны не хватает. Нам куда? Стоп, 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 так не говорит, что нам туда. Вот это да. Держись. Взрывается. Дальше вперед, вперед. Ух ты. Я не могу. Пока. Куда это они? Никто не уйдет. Это я слышала перед крушением. Обряд из гробницы Пимика. Почему он так интересует Матиаса? Ну, где вы?
но стрелы. Так, давай, Лара, Лара, вверх. Вот так вот. Лара, ты жива? И вы? То есть, как вы? Что случилось? Они перестали видеть во мне угрозу и разрешили ходить почти свободно. Вы знали, где остальные? Да, Сэмми схватили. Но что я мог сделать без оружия? Это братство – антропологическое чудо, Лара. Они чокнутые убийцы, доктор Уитман. Нам всем нужно выбираться отсюда. Да, конечно. Я посторожу здесь. Скажешь, как там что? Мужик. Полагаю, ты не совсем понимаешь. Ты избранная, Саманта. Это большая честь для тебя. Для всех нас. Кое-кто уже начал сомневаться, что мы тебя найдем. Но ты здесь. Послушайте, я знаю, что вы считаете меня особенной. Но это не так. Я не хочу быть избранной. Не имеет значения, чего ты хочешь. Важно, кто ты. Кровь Пимика течет в твоих жилах. Думаю, ты это знаешь, Саманта. Зачем все это, Матиас? Это же сумасшествие! Ты ищешь причины там, где их нет. Когда-то я тоже сделал эту ошибку. Тогда я думал, что сюда могут дойти корабли и долететь самолеты. Я просто хочу домой! Я хочу, девочка! И много лет ждал этого дня. Я жил ради него. Ты думаешь, я не пытался бежать отсюда? Это невозможно! Мы все здесь в ловушке! Но ты, Саманта, в твоих силах освободить нас! Многие отдали свою душу за этот дар. Огонь все разгорается. А вторая девка исчезла. Надо с этим кончать. Дмитрий, сторожи ее! Лара! Боже мой, ты здесь! Я уже решила, что схожу с ума! Все хорошо. 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 Мое оружие. И как теперь отсюда выбраться? Надо уходить, пока он не вернулся. Уитмен! Уитмен! Черт, где же он? Вот это да, вот это развязка. Откуда у нас, кстати, пулемет взялся? Блин. Неплохо, неплохо. Избранная сбежала! Вперёд! Найди её! Ты чё за мистер Железяка?
потрясающе. Ух ты. Ладно, ладно, Лара, беги. Сейчас что-нибудь придумаем. Блин, как он быстро ходит. Это какое-то читерство гребаное, это вообще тупость. Иди нафиг. Так, с этими покончили. Да еще нет, да это какая-то жесть вообще сраная. Начинает. Куда, 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 Лара, куда? Пистолет, пистолет всегда вручает. Круче даже, чем пулемет пока что. Так, что у нас тут с пулеметом? Вот, блин, динамит! Вставай, Лара. Какой-то поганый этот самый дробаш. Да ладно. Пространство, чего не люблю. Давай, давай. Где ж ты? Что за пулемет такой? Сейчас я до тебя доберусь. А я тут? Да ладно, ты еще и динамитом кидаешься. У тебя такая пушка, ты еще и с динамитом. У меня вопрос следующий. А если я туда... Теперь не спрячь.
спрячешься? Нет, я сейчас по земле раскатаю. Что-то я не въехал. Надо еще что ли нажать? Это же гранатомет, его разорвать должно. Теперь не спрячешься. Я тебя сейчас по земле раскатаю. Пулемета, гранатомета. Вот это найс. Вот это круто. Ну, дорогие друзья, мы на этом прервемся. Мы уже далековато дошли. Tomb Raider превратился в офигеннейший боевик. Хочется еще и еще. Но на этом все. Пока что всем всего. С вами был Феникс. Пока-пока.